Друзья, всем привет! Вы на канале Western Hobby. И сегодня на обзоре у нас вот такой краун. В предыдущем ролике обзор был вот такого крауна от бренда DCM. А сейчас Toyota Crown. Какой-то кузов, интересно. Это предыдущий, наверное, кузов. Это более новый. Бренд Hobby Japan. Вот эту модель я очень давно хотел себе в коллекцию. Все никак не мог ее приобрести. Красавец вообще. Детализация отменная. Не могу я смотреть вот на модели в черном цвете в таком масштабе. Как-то тяжело воспринимаются. Но вот эти крауны в другом цвете я просто и не вижу. В серебристом цвете это уже не то. В бордовом. Ну, так себе тоже, наверное. Но ничего. Зато теперь у меня в коллекции данный автомобиль. Сейчас мы его расчехлим. И посмотрим на всю его красоту. Так. Диски красивые. Хромированные. Крутятся. Положено. Согласитесь, автомобиль очень красивый. Ну, колеса крутятся, но не идеально. Но машинка катается. Ну-ка, с этим крауном рядом поставим-ка его. Блин, обалдеть просто. Обалдеть. Так. Данный краун в предыдущем обзоре у меня был. Тоже можете посмотреть обзор на данный автомобиль. Блин, шикарное просто пополнение японского автопрома. Бомба. Так что, ребят, подписывайтесь на канал. Кому интересно, ставьте лайки. Всем удачи!